Ну что ж, друзья, пришло время немножечко поговорить о свете, о световых приборах, о всем том, чем пользуюсь я, о том, что у меня сейчас на обзорах, и мне это нужно отправить обратно, но не хочется, сразу же забегая вперед скажу. И да, вы на канале Budget Filmmaker, и мы начинаем. Вопросы о выборе света для видеосъемки я получаю с завидной регулярностью в директ практически, ну, каждый день. Ну, бывают дни, когда нет никаких сообщений, но... Тем не менее, практически каждый день кто-то спрашивает о том, какой первый свет мне выбрать для своего видеоблога. И, как правило, мой ответ всегда одинаковый. Если у вас совсем мало денег, то единственный ваш выбор – это обычные LED-панели. Вот в данном случае у меня здесь висит моя стриминговая установка. То есть, когда я сижу за столом, делаю стрим, например, смотрю ваши работы, и при этом всем на меня светит ключевой свет, и да, это тот самый простейший 300-й Young. Вы можете выбрать. Сейчас, к счастью, конкуренция на этом рынке настолько высока, что ваш выбор действительно огромен. И вот этих вот панелек от различных производителей есть просто огромное множество. В данном случае это 300-й Young, он бывает 600-й, бывает даже, по-моему, 1200. То есть вы можете собрать себе сетап просто из таких панелек. Также купить вот такие простецкие китайские софтбоксы, на все это я, естественно, оставлю ссылочки в описании. Вообще эти ссылки, уже давным-давно есть обзоры на эти вещи, и они висят под каждым моим роликом, но, видимо, это никому не интересно, и все равно спрашивают. Так вот, вы можете приобрести парочку, хотя бы парочку подобных панелей, одну помощнее, другую послабее, одну сделать ключевой с софтбоксом, вторую сделать, например, светящий на фон или делающий вам контровик, и все. И вот именно с этими панелями это, наверное, будет самое бюджетное решение по освещению какой-то говорящей головы. Но, естественно, оно будет не таким качественным. А что будет покачественнее, мы поговорим прямо сейчас. Вообще говоря о световых приборах, получается, все их можно разделить условно, наверное, на три группы. Вот для меня лично, как я уже сказал, самое первое – это различного рода LED-панельки. Это самое бюджетное, самое дешевое, что мы сможем приобрести. И если мы говорим о Янгах, 300-х, 600-х и же с ними, то их можно использовать как заполняющий, как ключевой свет для какого-то простенького блога или интервью. Но существуют еще вот такие многочисленные приборы, то их реально действительно огромное множество. Как минимум, только в моем личном пользовании есть VGM VL2, есть Andesign Pocket RGB Light. Прямо сейчас вот здесь вот этот желтенький контровичок, который обусловлен моей желтой надписью, вот этот вот, вот я его сейчас убрал, делает еще один фонарь, который называется Swift Pocket RGB. Их связывает одна главная особенность. Это компактные RGB фонари на собственной батарее, которые, как правило, могут работать где-то 2 часа без остановки от собственной батареи, заряжаются по USB-C и, соответственно, могут работать и заряжаться одновременно. Имеют обычный белый свет, то есть от белого до желтого, там в среднем от 2500 кельвинов, там до 7500 до 8000 кельвинов. При этом имеют RGB режим, то есть могут светить любым абсолютно светом. И при этом же имеют эффекты, да, всеми нами любимые, то есть разные там скорые помощи, мигалки, папарацци, вот это вот все. На самом деле этот функционал сейчас заложили уже практически в каждый светильник, и это действительно удобно, когда вы хотите снять... когда вы хотите снять что-то, какой-то короткий метр, какие-то зарисовки, скетчи и все остальное, вот как раз-таки такие светильники приходят вам на помощь. Но ни в коем случае не рассматривайте их как основной key light, потому что, ну, для этого они так или иначе слабы. И если мы здесь рассматриваем, вот смотрите, Andesign и VGM, они практически одинаковые. В их размере нет никакой разницы, но так или иначе у VGM мощность больше. И при этом всем он еще и магнитится, а Andesign, более бюджетная версия, она не магнитится. Что же касается Swift Pocket RGB, он
гораздо больше, чем оба, и VGM, и InDesign вместе взятые. То есть вы посмотрите, да? Я к чему все это говорю? К тому, что сейчас на рынке их такое огромное множество. Вы можете выбрать абсолютно любой. Где-то богаче комплект. Например, у этого Swift'а есть классная сумка и есть два модификатора. То есть вы сразу можете сделать мягкий свет с помощью вот этой резинки. А также, что очень круто, мне прям очень понравилось. Очень понравилось, я вам еще раз говорю. У меня такой штуки до этого не было. Это соты. Соты, блин, для LED-панели. То есть вы понимаете, да, вот так вот это выглядит. Это соты для LED-панели. И таким образом, включая его с желтеньким своим светом, он не работает куда-то там на фон, он работает практически только в одном направлении. Вот смотрите, вы уже не видите практически этого света, потому что он работает вперед. И все, я его вот так вот ставлю, и получается, что LED-панелька относительно направленно бьет на меня вот сюда. И это, конечно же, все интересно. Я так рассказываю об этом всем, потому что я человек, очень заинтересованный в различного рода световых устройствах. Мне все это нравится. И как бы вот, что касается LED-панелей, я уже сказал. Есть относительно крупные LED-панели, которыми можно заливать фон, можно заливать как ключевым светом. Есть относительно мелкие, которые, на мой взгляд, должен иметь в своем арсенале просто вот хотя бы одну такую панельку для того, чтобы сделать все, что угодно, что-то подсветить, фончик, затылочек, еще что-то. Где угодно, на свадьбе, будь вы свадебным видеографом или блогером, вам в любом случае нужна хотя бы одна вот такая вот RGB-панелька наряду с обычными просто моноколорными панелями. Я думаю, по поводу этих светильничков все, можно заканчивать тему. То есть первое — это панели. А что, если нам захочется чего-то большего, чем просто ровное, мягкое освещение одного человека или не одного человека, в любом случае, говорящей головы, интервью, блога и все в этом духе. Мы захотим экспериментировать, мы захотим более направленный свет. И тогда, конечно же, нам уже нужен совсем другой источник, о котором, я думаю, стоит вам рассказать несколько поподробнее. И прямо сейчас он и работает на меня сквозь вот эту полупрозрачную дверь и делает некий такой вот рисунок. И знаете, пока мы далеко с вами не ушли, от панели недалеко ушли световые трубки. Световые мечи, как угодно их называйте. В данном случае у меня сейчас в наличии есть два. Один супер короткий, это, кстати, моделька от Nonlight PowerTube 2.6C. То есть это достаточно такой короткий, тоже мягенький световой луч. И есть вот такая вот панель, она не очень высокомощная, но у нее не панель, да, трубка, я уже неправильно оговариваюсь. У нее есть некоторые особенности, фишечки. Дело в том, что она водонепроницаемая, то есть действительно производитель заявляет, что ее можно опускать под воду. И этим обусловлено то, что у нее, например, с этой стороны отворачивается вот так вот. То есть там все прорезиненное, отворачивается, и только здесь вы уже видите разъемы, которыми нужно ее заряжать. И вторая ее фишка в том, что она держит 4 часа на полной мощности. На моей памяти это самый долгоиграющий свет из всего, что я видел. Но из минусов она не очень-то ярко и светит. У большинства светильничков нынче есть мобильное приложение, но у данной панельки есть вот такой простенький китайский пульт, который позволяет нам очень быстро переключать свет, то есть белый, желтый, мы все мигом это сделали, синий, зеленый, то есть какие-то базовые цвета, которые вы используете. И, соответственно, добавлять или убавлять мощность. Все это довольно просто и быстро реализовано. Но, опять же, я говорю, эта штука непростая, она заточена именно на то, что она водонепроницаемая и долго работает без батареек. И при этом все, опять-таки, знаете, для чего я вам скажу, нам нужны именно длинные вот такие источники, а не просто какие-то прямоугольные панельки. Все дело в том, что именно эти источники, когда мы снимаем, например, предметочку, а вы знаете, что я люблю этим заниматься, то там они позволяют нам дать именно длинный, вертикальный, либо горизонтальный блик на предмете, и зачастую нам именно это и нужно. Нам не нужно, чтобы был какой-то круг, лепок, чтобы прямоугольник какой-то от ключевого света. Нам нужен именно длинный, горизонтальный или вертикальный блик. И только такие светильники нам позволяют это делать. А также вы можете увидеть, что в большом количестве их используют в различных рекламных целях крупные продакшены. То есть не такие короткие трубки, а длинные трубки, там астеры. Nonlight — это как раз вариация на эту тему. Причем именно Nonlight, я бы сказал, это самая качественная вариация на эту тему. Очень круто проработанное меню, которым вы можете управлять прямо отсюда и все регулировки делать прямо отсюда, не привлекая каких-то других вещей. Это, конечно же, классно. То есть такие трубки
и длинные такие трубки. Очень широко сейчас используются в продакшенах, и это также очень полезный вариант света. Но, на мой взгляд, мы очень сильно углубились в тему RGB светильничков, просто потому что я их очень люблю. Давайте перейдем именно к ключевым фонарям, которые в основном используются как заливка, как основной, как keylight, как угодно это называйте. И в моем случае вы все прекрасно знаете, это Godox FV150. Это может быть на самом деле абсолютно любой моделью, я уже неоднократно говорил. Во-первых, на этот свет есть отдельный обзор на моем канале, вы можете пройти и посмотреть. Во-вторых, Godox — это тот бренд в России, который продает нам светильники достаточно высокого качества, но ценник ровно пополам от всеми известной Aperture, которая является законодателем мод своего рода в этом деле, но здесь цена пополам, и наш русский народ, как правило, голосует рублем, и поэтому светильники от Godox стоят у многих блогеров. Есть самая бюджетная модель, которой пользуются практически все, это Godox SL60, 60-ваттная, которая будет вполне достаточно для того, чтобы отработать в софтбоксе на одну говорящую голову просто за глаза и за уши. Я же приобрел 150-ваттную модель только для того, чтобы использовать ее для предметки и для разных других целей, когда мощности 60-ваттной модели мне будет все-таки не хватать. Вы же вольны выбрать абсолютно любой вариант на эту тему. Ну и помимо этого, ребята, есть различные модификации для того света, который уже у вас есть. И если как раз-таки у вас наличие лампа с байонетом Bowens, то вам доступен просто огромный набор модификаторов, один из которых и работает как раз-таки в этой сцене. И таким образом вы можете сымитировать, например, свет из окна, через жалюзи или что-то в этом духе, то есть то вот, что сейчас и есть на стене, то, что работает мне на затылок, то есть несмотря на то, что окно у нас открытое просто, но мы получаем этот свет, и сюда я его поставил только для того, чтобы показать вам пример, несмотря на то, что он и не очень-то подходит к данной ситуации. Но вот если бы окна у нас в кадре не было, а только мотивированный свет, исходящий от него, то мы вполне могли бы использовать такой модификатор, и их на самом деле огромное множество, и, конечно же, это добавляет нам простора для творчества. И да, раз уж мы заговорили о модификаторах, то вот у меня в руках сейчас вот эта вот кастрюля, иначе ее не назовешь, я могу вам ее вот так вот показать. Это абсолютно уникальная вещь, это китайцы молодцы, они придумали вот такое. Bayonet Bowens, вы ставите на свой Bowens светильник любой. Далее, здесь на конце у нас не что иное, как самый обычный объектив, 50 мм Young No. И здесь есть место для модификаторов. То есть вот такой вот модификатор сейчас в предыдущем шоте у меня и стоял, который имитирует решетку. Там в комплекте их целая куча, вы его сюда устанавливаете, направляете куда вам надо и фокусируете при помощи кольца фокусировки объектива и получаете как раз-таки эти самые эффекты. И если вот это какой-то супербюджетный дешманский модификатор, то у Aperture есть очень классные приборы, которые сами по себе стоят, например, дороже, чем мой вот этот вот ключевой свет, которые позволяют делать точку на стене, вот, полностью фокусировать мощность всего вашего 150-ваттного источника в одну маленькую точку на стене. И при этом всем вставлять туда тоже различные модификаторы, но я сразу говорю, что это очень дорого. А ссылочки на все то, о чем я говорю, это, как правило, дешманское оборудование, то есть галимый Китай. И вот у этого эта штука имеет право на существование. Но я вам скажу, я никому не вру, у нее огромный минус. То, что вот эта вот вещь, вы видите, что она вся перфорированная, для того, чтобы хоть как-то охлаждаться. Вот это вот место, вот там с этим размытым стеклышком, оно полностью заблокировано от выхода воздуха. И, соответственно, когда мы ставим ее на светильник, она разогревается чуть ли не до красна. То есть, реально, поработав там полчаса, до него уже сложно просто дотронуться. Это огромнейший минус, это просто непродуманная отчасти штука, да, ну, потому что это Китай. Но, так или иначе, о ней тоже стоит рассказать. Я ее использовал в нескольких роликах, в роликах с котом, я ее использовал как-то на стримах. В общем, для придания каких-то вот создания интересных эффектов, она тоже имеет право на существование, так или иначе. А что за прибор работает вот на ту перфопанель в правой стороне кадра, спросите вы. А я вам расскажу, и на этом нужно остановиться поподробнее. Итак, ребята, и тут мы подходим к самому главному. Это у нас Talifa TL60S. Это еще одна вариация на тему световых приборов, а именно лампа с линзой Fresnel. То есть в данном случае он у нас может работать, как вы понимаете, и от сети, и от NPF батарей. У меня уже раньше был обзор на подобную лампу, то есть там была
прибор от KMTV. Единственной его фишкой, вот что мне там понравилось, было то, что он запитывался от одной NPF батареи. Здесь нам обязательно поставить две для того, чтобы он начал работать. Либо же запитать от комплектного шнура, который, кстати, очень длинный, 3 метра. И все, мы включаем прибор и получаем вот такой вот свет. Я вижу, сейчас я вас немножечко заслеплю. Фишка его в чем? Все, что мы можем делать, это фокусировать луч. То есть вот таким вот образом мы делаем луч либо достаточно широким, либо очень и очень узким. И при этом все мы можем регулировать его мощность. И, собственно, казалось бы, на этом все. Но именно эти фичи позволяют нам делать совершенно интересные вещи. В частности, на большинстве моих роликов и стримов вы могли видеть, как он подсвечивает меня сзади. Это очень удобно делать подобного рода лучом. Также вы могли видеть только сейчас, как он подсвечивал перфопанель, используя вот такой вот комплектный, самый обычный гель. Причем в комплекте этих вещей у нас аж 3 штуки разных цветов. То есть мы можем сделать его желтеньким, синеньким, зелененьким, красненьким, так как сам источник имеет фиксированную цветовую температуру 5600 кельвинов. Но да ладно. Также мы имеем в комплекте вот такую замечательную ручку. И почему я остановил свой выбор именно на этом приборе? Потому что все-таки меня часто упрекают, что канал уже не баджет. Да, оборудование стоит дорого, но именно этот прибор стоит 10900. Даже в России. Причем в Китае возможно, но это не точно. Вы можете найти его еще дешевле. Так или иначе, 11 тысяч рублей – это самый бюджетный 60-ваттный прибор с линзой Fresnel, который позволит вам делать различные интересные вещи и при этом всем не вытряхнет ваш карман полностью, потому как достаточно дорогие LED-панели уже могут стоить порядка 10 тысяч рублей. А здесь у нас мы получаем прибор с линзой Fresnel за эту сумму. Я неоднократно заостряю на этом внимание, потому что, ребята, если вы начнете гуглить, вы поймете, что для подобного рода устройств это действительно дешево. Более того, я брал его на сразу три свадьбы. И вот именно сейчас вы как раз видите различные шоты. Когда у нас начинаются свадебные танцульки, те, кто снимает, занимается свадьбами, вы все это прекрасно знаете, то если у нас пара танцует, позади нее большое количество вот этих дискотечных огней от диджея, ведущего, то мы можем просто взять и хотя бы с фронта поставить вот такой прибор, сделать пучок удобной нам величины, настроить мощность, и все. И при этом все мы получим отличный, прекрасный, с хорошим CRI свет у них на лицах. То есть их лица не будут провалены, их лица будут немножечко подсвечены. Не надо перебарщивать, не надо выжигать их просто, как я не знаю, как каким-то атомным взрывом. И при этом всем, как контровичок, у них будут работать эти дискотечные огни, и мы получаем уже совсем другое изображение. И да, многие сейчас скажут, что самим людям, кто у нас заказывает заказывает съемку этих мероприятий, им это все абсолютно наплевать и до лампочки, но мы-то с вами знаем, мы-то с вами хотим повысить качество нашей работы, а если многие из нас еще и используют не очень-то светлые объективы или их камеры держат не очень высокое ISO, я сейчас говорю как раз-таки о людях, которые снимают свадьбы на камеры Panasonic, например, GH5, очень многие по сей день это делают, потому как, ну, это клевая камера, имеющая право на жизнь, просто вот высокий ISO, это не для нее. То как раз-таки светильники для них это самое важное. И на мой взгляд, сейчас вот для свадебщика, безусловно, нужно иметь какой-то один вот из таких светильничков, просто чтобы он был в комплекте, чтобы вы могли, я не знаю, колечки подсветить, лицо кому-то подсветить, еще что-то. Но ни в коем случае не надо ходить, ставить его на камеру и светить всем прямо в лицо. Просто подсвечиваем. Самое крайнее, это берем его в руку, выставляем вверх и под небольшим углом сбоку как-то светим, держа камеру там в другой руке, если она у вас на стабилизаторе или еще что-то. То есть такое вот что-то вот из этого вам по-любому нужно иметь. А как ключевой свет, который вы будете использовать в банкетных залах, можно заиметь один из вариантов как раз-таки лампы с линзой Fresnel. И опять-таки, когда выйдут полноценные бэкстейджи с тех свадеб, отрывки которых вы только что видели, там вы уже посмотрите полностью, как я им пользовался, что это было. В общем, крайне рекомендую, ребята. Вот это действительно, действительно классная вещь за небольшие деньги. Точно так же, как классная вещь, но уже за не такие небольшие деньги, да. Вот, например, VGIM стоит 5000 рублей, это стоит 10 тысяч рублей. Но это как бы всего лишь вот такая панелька, да, беспонтовая. А это штука, которой можно делать очень много чего. Ну и им тоже делать можно много чего. Короче, ребята, вот как-то так.
Так вот, ребят, сегодня мы с вами зацепили просто огромный пласт касаемо световых приборов, используемых в нашем с вами бюджетном, скажем так, видеопродакшене, в бюджетном видеопроизводстве. То есть в блогерских целях, в целях каких-то местечковых рекламных заказов, которые вы как раз и видите у меня на канале. И даже в свадебных целях, конечно же, тоже, так как по-прежнему 50%, даже не 50%, а, наверное, 80% моих именно коммерческих работ — это, безусловно, свадьбы. И кто бы что ни говорил, но именно они дают вам толчок в развитии, во-первых, в финансовом вашем становлении, а во-вторых, это такая неплохая школа в документальной съемке видео. Да. Я бы сказал вот так вот. Но на эту тему нужно пофилософствовать и нужно записать отдельное видео. А на сегодня у меня все, и я надеюсь, что это видео было хоть кому-то полезно или как минимум интересно. Вы были на канале Budget Filmmaker. Все, подписывайтесь на инсту. Пока, ребятки, ушел.